актива. И у нас по решению коллегии Министерства экономики есть целый ряд наград, почетной грамоты Министерства экономики, блестящих экономистов, которые работают в БНТУ. С праздником вас! Почетной грамотой Министерства экономики Республики Беларусь награждаются Алексеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор, проректор производственной деятельности Инновационного республиканского унитарного предприятия научно-технологический парк БНТУ «Политехник». Вершина Георгий Александрович, проректор по учебной работе экономической и финансовой деятельности. Ивашутин Александр Леонидович, доцент кафедры бизнес-администрирования. Таратун Галина Викторовна, начальник планово-экономического управления.